Убил за песню. В Ленинском районе произошла трагедия. Мужчина перерезал соседу горло за то, что тот слишком громко слушал музыку. На месте происшествия побывал Роман Гальперин. У него узнаем подробности. Убийство произошло в одном из домов на улице Загороднего. По сведениям полицейских, погибший нигде не работал. Он перебивался случайными заработками. Последнее время он работал в Балакове, занимался строительством. Как нам сказали соседи, человек был хороший, но много выпивал и громко слушал музыку. Она мешала всем жителям подъезда, и вот что они нам говорили. Ну, слушает музыку, да. То есть она вам не мешает никак? Ну, как это? Мешала. Я говорила ему сколько раз, он убавлял. А что конкретно произошло в день убийства? Потерпевший находился один дома, он снова выпил и включил громко музыку, причем слушал одну и ту же песню певицы Славы «Одиночество, сука». Нервы сдали у ранее судимого соседа, который жил наверху. Он спустился к потерпевшему и нанес ему удар ножом в шею. Ну, он шел не попугать, шел целенаправленно. То есть убить, так как у них до настоящего, до момента совершения преступления были неоднократные, образом говоря, конфликты, связанные именно с поведением потерпевшего. Тело было найдено только на следующий день, и в Следственном комитете Ленинского района возбудили уголовное дело по факту убийства. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Задержанному так не нравилось творчество певицы Славы? Просто, как нам объяснили соседи, музыка могла играть несколько дней подряд. Так вот, в этот день трек певицы Славы играл без остановки несколько десятков раз. Спасибо, Роман Гальперин рассказал подробности убийства.